Мы не запускаем всевозможные торговые центры, это отдельная тема. Но все, что связано с производством, должно быть запущено. Вернуть промышленность на прежний уровень работы. Такую задачу перед собравшимися поставил глава округа. Сегодня продолжают работу 20 крупных предприятий и порядка 5000 субъектов малого и среднего предпринимательства с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. А предприятия, в свою очередь, не теряли времени даром. Два текстильных завода перепрофилировали производство под изготовление индивидуальных защитных средств. И теперь готовы помочь частью продукции бригадам скорой помощи и другим медикам. 50 костюмов передаем на скорую помощь и 50 костюмов передают во вторую больницу. Вот это пока те крохи, которыми реально наши промышленники сегодня помогают. И Андрей Николаевич Сыров и Алексей Васильевич Передерко продолжают этой темой заниматься с промышленниками. Кто чем может, будем продолжать помогать. Как изменилась схема работы и ужесточились требования к санитарным нормам, рассказал представитель компании, отвечающей за вывоз мусора в округе. За чистотой и порядком пристально следят и при дезинфекции подъездов. Привести к нулю все жалобы, касающиеся этой темы, задача номер один у работников управления ЖКХ и управляющих организаций. Главное, сколько поступило жалоб? С каких управляющих компаний? Это первое. Второе, у нас была задача. Значит, 7-е, 8-е, 9-е, помыть все подъезды. Отмечу, качество дезинфекции подъездов в многоквартирных домах проверяют власти совместно с Роспотребнадзором и ГЖИ Московской области. Анна Троян, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ,